Праздник мира и единства. Еврейский народ отмечает праздник Пурим. Он символизирует победу народа и является самым веселым в иудаизме. Его отмечают в память о спасении евреев в Персидском царстве более 2000 лет назад. Накануне Пурима евреи держат пост и отправляются в синагогу на чтение еврейской Библии. Сказания читают вслух. Эта традиция является одной из основных для Пурима. Зимой мы показываем, что несмотря на то, что была зима тяжелая, но все равно мы вместе, едины, радуемся и веселимся. И когда мы радуемся и веселимся, все тяжелые моменты, они не тяжелые. В этот день принято делать подарки близким и угощать друг друга сладостями. Главная идея праздника, которая объединяет всех, это решение проблем в единстве. Его отмечают по еврейскому календарю. В этом году он выпал на начало весны. Или мое представительство, как комиссариата Международного комитета по защите прав человека, показываем Крым, как здесь весело, какие вы теплые люди, и всех приглашаем сюда. Мне бы очень хотелось пожелать крымчанам, всем крымчанам, мне хотелось пожелать всем россиянам, пожелать всем евреям, и не только евреям, пожелать всем, кто живет в нашей единой семье, это мира, это благополучие, это свободы, это всегда побед даже в тех случаях, когда кажется, что это уже невозможно.